Мой завтрак. Ай, горячая тарелка. Вытягиваем быстро. У меня здесь картошечка с грибами. Гришка хочет геркулес. Сейчас отварю ему все последнее. Нужно покупать. Вот наш геркулес. На воде. Немного сахара, немного соли. И солнышко. Гришин завтрак. Я написал вчера на железе, типа, чё? И восклицательный. Так, у Гриши завтрак каша овсянка. Здесь еще клубничка. Подожди, у него нет, заморожена. И Гриша сейчас все это присыпает кокосовой стружкой. Нет. Гришка включил переводчик. Вообще он делает английский, но сейчас он включил. А ну включи. На украинском. Моя мать, чекаюся. Ох, и Григорий. Да, ну и он. А вообще надо делать английский, да? Моя мать, чекаюся. Моя мать, чекаюся. Это тебе говорят. Моя мать, чекаюся. Так, что тут по-английскому? Прям много слов, да? А, я уже это делал. А, этот столбик тоже. Это немного, там по два слова. Угу. Ну давай тогда, Григорий, доделывай английский. Хорошо, что... Мама, чекаюсь. Да поняла я, да поняла. Поняла я. Я даже одела весеннюю рубашечку. На улице прям весна. Вот, сейчас быстренько готовлю обед и поеду до Антохи на праздник. У них сегодня что-то типа прощание с буквой... Ну, не прощание с букварем, в общем... Они уже закончили, вернее, азбука, у них они букварь. В общем, об окончании азбуки будет какой-то там праздник. В общем, поедем посмотрим с Олей Мироновой. Я за ней заеду. Сейчас хочу в мультиварку отправить мясо и перловку. И поехать в 10.15 или в 10 что-то такое. В 10.20 в праздник. Забыла, у меня закончилось подсолнечное масло, но знаете, к сковородке ничего не прилипает, поэтому жарю вот без масла вообще мясо. Так, если мне нужно что-то быстренько приготовить, я очень спешу. Нет времени, обжаренное мясо с луком, с морковкой и перловка. Закрываем все, ставим раз на 25 минут. Опять что-то здесь не... Вот этот провод все время вытыкается. И включаем на крупу. Перловку я включаю два раза. То есть она готовится 50 минут. И у меня почему-то вот здесь вот минуты не добавляются. Вот видите, на некоторых режимах добавляются, а на крупе нет. Поэтому я раз включаю на 25 минут, потом еще раз. Я выехала. Сейчас еще за Олей заеду, Мироновой. Короче, я не знаю, кто-то еще пойдет из родителей, нет. Но мы, короче, как самые ответственные мамаши. Так хорошо, плюс 13 показывает. Вообще красота. А тут опять это зеленое поле. Теперь я буду вас и мучить пшеницей. Антоха вообще вчера, если честно, молодец. Выучил еще один стишок. Там какого-то мальчика не будет. И он про букву С учил. Тут у нас что-то дорожники делают. Или ЖКХ, я даже не знаю кто, но знаки выставили. А, что-то копают, да? Прокол какой-то, наверное. Что-то копают. На этой стороне. Антош, встань, пожалуйста. Так, значит, помощник для этих косуль таких букв превратится ему.
всем классам сдаст. И второй учебник, конечно же, мы не должны остаться без учебника. Это книга, слушаем, не узнаем. Тихо. Сначала прозрачный. Сначала белый, а потом уже чёрный. Коричневый. И так видно, что когда они вылупляются. У них есть рабочие и солдаты. Они проверяют на место, где еда, есть еда. И потом они говорят рабочим. Скажи, пожалуйста. Егор, покажи и свой рисунок. Тоже победитель. Ну, поверни нормально. Разверни. Егор, кто победитель? Матвей. Ты сам пешком? Нет, деньги не дам. А зачем? А я деньги, а у меня кошелек в машине. Обед. Я еще сейчас приехала, быстренько сделала салат, капуста, морковка, лук, Сержиня нарвал петрушки. Подсолнечным маслом и с лимонным соком. Так что мы сейчас пообедаем. Антоха пока идет пешком. Но мы его, если что, встретим, когда сейчас Гришку повезем. Гришке только на карате. Так, сейчас фотографирую вот такую вот нежнятину на день рождения маленькой девчонки. Ну что, пряники забрали. Я сейчас уберусь на кухне, и мы поедем Антоху подстригать, и, наверное, Афоньку тоже. Не знаю, посмотрим по времени. Вот, я счастлива. Такой хороший день сегодня, все успела. Поэтому осталось еще на ужин какой-нибудь салатик сделать, потому что капусту мы почти доели, если честно. Мы что-то, походу, весна и какой-то там авитаминоз. В общем, нам хочется витаминов, и мы сейчас едим салаты просто целыми мисками. Сейчас убираю на кухню. Потому что просто люди могут подумать, что я тут водку пью. Это было для имени. Нужна водка, чтобы разбавить золотой порошок кандурина. Петрушку Сержиня как мог нарвал. Тут, знаете, так просто водка с лимончиком. Сочетание.
классическое. Все, сейчас все здесь уберусь и поедем. Афонь, ты красавчик. Афонь, как тебя надо подстригать? Так и пойду. А, так и пойдешь? Я хочу так. А, ты так хочешь? Вот так, вот так? Гля, как круто, да? Я хочу вот так. Подожди, пожалуйста. Подожди. Что, подожди. Ну сейчас тебе еще челку сделают модно. Хорошо? Если здесь не надо делать. Нет, это для мальчиков. Мальчик это тоже должен пахнуть. В смысле? В смысле, я понял. Теперь Антон Сергеевич. Подстричься? Ну-ка покажите, малышарка, у вас прическа. Вообще классно. А тебя сейчас будут стричь, да? Вас приглашают. Тимур, беги. Смотри, Тимур. Пойдем со мной. Подстригаться. В образе. Вот. Афонь, ну-ка иди сюда. Передай всем привет. Скажи, чтоб приходили к нам стричься в вашу лучшую студию красоты. Ну-ка. Скажи, зачем? Солнышко. Почему тебе тут нравится? Расскажи, только конфет нету, да? Да. Зато воды можно попить. Скажи, все сюда, да? И на маму смотрит. Посмотрите, какой у родни есть диск. Я офигела. Да, где ты нашла его? Это ваша же родня. Это наша родня? А, это наши диски? Это вы тут нам записали песни специально? Да, да, да. В общем, родня вот такая вот бывает. С родней веселее, точно. Да. Родня, рассказывайте. Давайте, кулинарная рубрика. Жарим картошку. Самый называется. Самый вкусный канал, да? Да, жарим картошку, да? Да, жарим обычную картошку. Обычную картошку? Покупную, да? Это покупная уже? Да. А мы, представь, как мы были счастливы, когда сижу, мне приносят, это у нас была картошка хорошего размера, то есть не маленькая, как вот мы в конце ели, а еще нашел ящик с хорошим. Видишь, родня так хорошо режет, слушайте, я тут не могу. А мы тут доедаем последний этот, как это, с голоду. Не картошку хорошую. Да. Не, ну в смысле размер большущий. Так вы еще свою, нашу доедаете. Да, да, да. Домашнюю. То есть все, родня, можете запомнить этот день? Это была последняя наша картошка. Это домашняя или это уже покупная? У вас была последняя, больше ее нет. Нет, еще ящик, родня. Ну, больше ее не будет. А где она? Ну, все, ее же уже тут не сажают. А, ну уже будет новый сорт. Ну, как бы новый сорт, да. Что ты выбираешь? Мы в Пятерочке купили тунец, салат, огурец. Я вкусное купил. Ну, ты что хочешь? Ты хочешь игрушку или что-то вкусное? Хочу игрушку или что-то вкусное. Ну, ты же покажи, что ты выбрал. Мама, там есть батарейки. Ленечка, какая? Вам сразу покажу из Пятерочки покупки. Тунец купила. Сейчас хочу приготовить салат. Вот будет тунец, салатные листья в Пятерочке по 49 рублей, а по 79 или по 89 в Магните. Поэтому мы в Пятерочке взяли. Огурчик один взяли. Вот, и перепелиные яйца я сейчас сварю. Вот это будет салат, заправленный водой. Или что тут будет? Ну, как водичка, да, в собственном мансаку. Будет заправлено салат и тунец. Ой, тунец, господи, хлеб для тостов. Дети полюбили, сами себе делают. В общем, купила им хлеб тостовый. Еще хотела сказать, я когда уезжала,
залила средством от Faberlic для плит, вот все вот это вот, и оно и так плохо отошло. Вот здесь у нас, конечно, жир, решетки очень жирные, грязнючие. Я еще попробую их просто так самих заложить в посудомойку. Посмотрим, что получится, потому что я и ножом их шкребла. В общем, где ножом шкребла, вроде как-то чисто. А вот где не шкребла, все равно остался жир. Здесь вот надо позаливать места тем средством, которое просто губкой не оттереть. В общем, занялась себе плитой. Григория запривезла скороты. Меня очень сильно смущает. Мам. Что? Пукас. А, тебя смущает эта фамилия? Страшно? Сказать тебе то, что это страшно, это ничего не сказать. Гришин сертификат на 8Q. Мама, ничего так и не меняется. Какая была реклама, такая она и осталась. И Гриша, еще себе покажи. Осу журнал покажи. Даже глянь, что тут есть. Да? Покажи мне это. Как он вообще выглядит? Это какой он? А вот февраль 2019-го, здесь уже написано про Аквало, да? Будет, и нам уже нужно 7 апреля. Предоплата 7 тысяч. А какого-то апреля нам надо сказать, едем мы или нет? Предоплата 7 тысяч. Да? Ты видел? Он говорил. И сколько, 24 тысячи стоит? Нет, 23 тысячи. 23 тысячи? Да ты чё? Класс, надо ехать. Ты поедешь? Ты хочешь в летний лагерь? И он будет... 20 лет, кстати, карате в России. Да? 1999 по 2019. 20 лет. Да. В России. Так кто? Это новый Рудж? Это Маквин? Мама, можно меня садик возьму? Ну, я не знаю. Папа, наверное, нам не разрешит. Нет. Когда повезёшь. А когда я? Да. Что делают люди с пакетами, Афон? Бабушка. Давай я тебе покажу. Смотри как, вот так. Ну куда? Ты неправильно. Давай. Давай. Нет, давай покажи. Ты только нажал? Нет. Мама уже лопнула, Афоня только нажал. Зая. Ну, рассказывай, сынок, что ты хочешь мне рассказать? Говорит, отвезите меня завтра утром до тети Вели. Мам, я... Лана утром, да? Я просто... Я просто не успею обед. А, так, все, мне пряники. Смотрим с Гришкой журнала, вот он, это да, здесь наш сенсей. Дерется с Шиханом. Денской, с Шиханом, да. Интересно, тот сам был дерется или нет? Не знаю, ну, в общем, это сборы, вот. Наверное, в Москве. А вот, да, Александр Иванович. А... Нет, тут нету, походу. Кого ты тут? Да вот же смотрим журнал, все, пап. Теперь же надо изучать. Вот. Тут и про Аквало уже написано. А где Козыря? Самвел? Не вот это? Нет.